Имя Бориса Давидовича Литвака известно каждому одесситу. Герой Украины, почетный гражданин Одессы, общественный деятель, создатель Центра реабилитации детей-инвалидов «Будущее», более известного как «Дом с ангелами», и заслуженный тренер Украины. 11 марта Борису Литваку исполнилось бы 85 лет. Наши дети проведут фестиваль, посвященный памяти Бориса Давыдовича. Это будут не только наши дети, это будут и дети из всех специализированных интернатов города и из других реабилитационных центров города. В спортивной школе, где Борис Давыдович более почти 40 лет был директором, пройдет турнир, посвященный памяти Бориса Давыдовича. Школа Олимпийского резерва номер 2, директором которой был Борис Литвак 40 лет, совместно с областной федерацией баскетбола проведут турнир в его память. В событии будут участвовать 12 лучших команд области. Также для детей составлена познавательная программа с экскурсией и посещением дельфинария. Это всегда был масштабный праздник, всеобщий, и атмосфера радости и веселья. Сейчас гораздо тяжелее, но главное помнить о нем и достойно проводить такие даты. Открытие турнира состоится 12 марта. Организаторы планируют сделать его ежегодным. А выставка фотографий Бориса Литвака будет работать в течение месяца. Мишель Армат, Александр Нелупов, Думская ТВ.